25 августа праздничная программа стартует на стадионе спорткомплекса «Химик». Здесь же начнется легкоатлетический пробег «Воскресенская верста», после которого в 14 часов пройдет спортивная программа для молодежи. Затем на площади Ледового дворца Подмосковья в 14 часов будет горячо от ритмов и музыки. На открытом фестивале уличных современных танцев «Танцуй» выступят коллективы города и Московской области, состоятся батлы, мастер-классы и импровизация. В городском парке также с утра пройдет праздничная программа. В 10 часов желающие смогут пройти испытания и покорить неизвестные тропы во время игры «Парк приключений». В 12 часов на танцплощадке для детей выступит театр ростовых кукол «Софит», пройдут конкурсы и мастер-классы. В это же время в 12 часов на территории усадьбы Кривякина состоится выставка народного творчества «Город мастеров», а также мастер-классы. В 18 часов всех жителей ждут на площади Ленина, где пройдет концерт творческих коллективов района, а также выступят звезды российской эстрады Анастасия Стоцкая и группы М-Бенд. В 22 часа небо над Воскресенском украсит праздничный салют. 26 августа на площади у Дворца культуры «Цементник» пройдет праздничная программа, которую в 17 часов откроют выступление театра ростовых кукол «Софит». В 18 часов выступят коллективы концертно-выставочного зала, а в 18.30 продолжит программа «Две звезды», которая сменит выступление кавер-группы «Ракеты» Анны Плетневой из группы «Винтаж». И в 21.50 праздник в южной части города завершится фейерверком.